Сегодня мы с вами делаем сувенир из ложечки. Берем вот такую вот форму полимерной глины, клеим ее на ложечку. Делаем основу для нашей фигурки. Так, и она тут у нас зацепится. Все. Теперь будем делать цветочки, заготовки. Для этого нам понадобится глина двух цветов. Вот такая синяя и белая. Мы берем по кусочку каждый. Разминаем. Раскатываем их. Диаметр примерно миллиметров 5, 3-5. Второй также. Берем наши колбаски, соединяем. И перекручиваем. В одном из наших видео я вам уже такое показывала метод. Теперь вот эту нашу колбаску раскатываем. Достаточно. Берем кусочек закатываем. Получается сердцевинка. Берем еще одну. Тоже. Еще берем листочек. Как вы уже догадались, сделаем розочку двухцветную. Так.
Вот такой у нас получился. Теперь клеим к ложечке. Следующий точно так же все делаем. Скручиваем. Смотрите, чтобы листочки у нас были не липли сильно к рукам. Можно вот так прижимать. Пакетику они так не липнут. Потом уже клеить. Еще клеим. Вот у нас уже что получается. Такие розочки. Делаем дальше. Вот еще одну клеим. Еще смотрите, что хочу показать. Вот вы дошли до края, где уже пора заканчивать. Как нам закрыть так, чтобы не было видно вот этого вот всего? Начинаем цветочки приклеивать наоборот с другой стороны. Сбоку, вот как я тут начала, это сначала вот так закрываете, чтобы не видно было. А потом отсюда начинаете закрывать. Вот они у меня уже здесь все закрыты. И продолжаете также приклеивать, чтобы не видно было нижней части, чтобы внизу тоже были цветы у нас. И вот так прижимаем. Так, немножко. Немножко надо вот сюда. Вот. Сейчас еще тут один будет цветочек. И дальше вот сюда вот все пойдем. Вот, посмотрите, мы запекли. Глина у нас стала твердая. Вот такая ложечка у нас красивая получилась. Кому понравилось, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Оставляйте свои комментарии. Каждый комментарий для нас ценен. Всем спасибо!